Здравствуйте, вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать». В студии ведущий Петр Горохов. И сегодня гость нашей программы, человек, который достаточно часто бывает у нас в студии, человек, с которым всегда интересно общаться, потому что он обладает очень важной, нужной и интересной информацией, о которой стоит узнать. Это Дмитрий Аркадьевич Голубков, генеральный директор государственного унитарного предприятия Московской области «Мособлгаз» и депутат Московской областной думы. Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Дмитрий Аркадьевич, вначале хотел бы буквально в нескольких словах поздравить вас и коллектив вашего предприятия с прошедшим на днях профессиональным праздником, Днем работника нефтегазовой промышленности. Действительно, работа, которую вы ведете, работа, которую ведет ваше предприятие для области, критически важна. И поэтому хотелось бы узнать, как сейчас проходит газификация Одинцовского муниципального района. Понятно, что в зоне вашей ответственности вся область, а нас, естественно, интересует наши окрестности, наш Одинцовский район. Одинцовский муниципальный район и вообще Одинцово, город, который мы буквально пару дней назад поздравляли с юбилейной датой, с 60-летием. Фактически и «Мособлгаз», и «Одинцово» это являются ровесниками «Мособлгаз». В следующем году справляет 60-летие. Мы уверен, что мы с вами вместе его хорошо отметим и подойдем к данной юбилейной дате с большими результатами, которыми можно гордиться. Губернаторская программа газификации активно развивается в Московской области. Набрав темпы в 2013 году, мы их удерживаем. То есть это не меньше 70-80 населенных пунктов ежегодно мы газифицируем, подводим газопроводы высокого давления, строим распределительные газопроводы. И по многим населенным пунктам мы даже делаем подводку к границе домовладения, создавая максимально комфортное, максимально удобные условия для потребителей с точки зрения подсоединения к газовой сети. И Одинцовский район у нас, несмотря на то, что он имеет высокую степень газификации, у нас все равно есть объекты по программе газификации, их несколько у нас, которые находятся в стадии реализации, какие-то находятся в стадии проектирования, но уверен, что все будет построено вовремя и в срок. И вот у нас один из таких и самых важных объектов, которые осуществляются в Одинцовском районе, это продолжение того газопровода, который мы с вами открывали в прошлом году от МКАДа до Ромашково. Сейчас данный газопровод продолжает свое строительство, идет строительство во второй и третьей очереди в сторону Жаворонок, в сторону Голицына. И вот я надеюсь, что в этом году мы построим вторую, третью очереди данного газопровода, и тогда большая часть, большая часть проблем по подключению в нашем районе, они остаются, их немало. Связано это с перегрузкой газораспределительных станций, которые находятся, через которые осуществляется газоснабжение Одинцовского района. Мы их разгрузим, построив данный газопровод. Поэтому, скажем так, данный газопровод является знаковым. Он проходит через город Одинцово. Может быть, многие его уже видели. Строители работают, мы осуществляем ежедневный контроль. Очень важный объект. Что касается дебиторской задолженности за потребленный газ, зима близко. Понятно, что всегда этот вопрос очень остро именно вот перед началом отопительного сезона встает. Скажите, пожалуйста, как обстоят дела в Одинцовском районе? Насколько велик объем вот этой задолженности перед за поставленный газ? Вопросы по долгам, они, скажем так, всегда приковывают особое внимание. И для нас, безусловно, мы, с одной стороны, развиваем газификацию, подключаем новых потребителей, создаем условия для развития. С другой стороны, если мы не получаем оплату за потребление газа, то у нас, конечно, возникает большой дисбаланс в нашей деятельности. И в Одинцовском районе есть ряд проблемных объектов. Это, в первую очередь, большие веземы, которые, тут, скажем так, нет слов, чтобы описать данную ситуацию. Недавно котельная в Трехгорке останавливалась. В Трехгорке это тоже больная тема. Организация ГТС, которая находится в состоянии банкротства. И там, как нам известно,
есть исполнительное производство, идут суды. И в этом смысле, конечно, нам необходимо принять максимальные меры для того, чтобы погасить долги перед газовиками, перед ресурсоснабжающими организациями, для того, чтобы войти в зиму с минимальным долгом и комфортно ее пройти. Можно ли сказать о том, что администрация района принимает меры и вместе с вами в этом направлении для снятия напряжения? Ну, администрация уделяет должное внимание данной проблеме, но хотелось бы дойти до конкретных результатов, потому что времени остается мало, и скоро уже приступим к отоплению. Вопрос безопасного использования газового оборудования в последнее время он звучит часто. Ну, для такого вопроса, наверное, слишком часто быть не может. Недавно у вас на сайте появилась информация, появилась возможность подать заявку на обслуживание газового оборудования, на техническое обслуживание. Расскажите вот в нескольких словах об этой услуге и о том, насколько она важна, потому что, мне кажется, у нас по пословице «гром не грянет, мужик не перекрестится», да, пока человека лично не коснется или на его глазах что-то не произойдет, он не задумывается о необходимости соблюдать безопасность в этом вопросе. Данная проблематика получила большой дополнительный импульс в течение текущего года, в конце прошлого года, когда произошли трагедии, взрывы природного газа с человеческими жертвами. И несмотря на то, что данная проблема не нова, но вот именно в последнее время ей уделяется большое внимание, и состояние газоиспользующего оборудования является очень часто причиной бед, причиной проблем. Понятно, что очень многие газовые приборы были установлены еще в советские времена. У многих срок эксплуатации давным-давно истек, и они не подлежат техническому обслуживанию или какому-то ремонту, их надо просто менять. Но по привычке, либо по другим каким-то причинам, наши потребители не торопятся этого делать, и, к сожалению, это повышает риски вот в данном вопросе. Поэтому Мособлгаз оказывает услуги по техническому обслуживанию. И то, что у нас на сайте можно данную услугу оформить онлайн, это просто, скажем так, онлайн-приложение для простоты оформления данной услуги. Мы данную услугу оказываем очень давно, и она является нашей профильной услугой. Хотя мы приветствуем появление коммерческих организаций. Здесь мы не являемся монополистами. И те организации, которые имеют персонал аттестованный, допущенный к газоопасным работам, квалифицированный, прошедших необходимое обучение. Мы будем только рады, если таких организаций будет много, и они будут квалифицированно оказывать свои услуги нашим гражданам. Важно только, чтобы данные услуги реально оказывались. Важно, чтобы мастера заходили в дома, заходили в квартиры, проверяли реально газовое оборудование, чтобы данные работы осуществлялись не на бумаге, а по факту. Ну, то есть, чтобы люди не платили несколько копеек за то, чтобы от них отстали, а действительно, реально эта работа проводилась. Совершенно верно. Еще один вопрос, важный, серьезный вопрос, который напрямую тоже, от которого зависит безопасность, это вопрос несанкционированных врезок, несанкционированного подключения к газопроводам. Тоже неоднократно случались трагедии из-за этого. Как сейчас обстоят дела у нас в Московской области? Как вы с этим боретесь? Насколько успешно, на ваш взгляд? Проблема есть, и она, скажем так, органически высветилась. И часто мы обнаруживаем то, что при строительстве домовладений, в основном, конечно, это частный сектор, при реконструкции происходят замены и отклонения от проектных решений в части газового оборудования. Происходит переоборудование котельных, замена оборудования с увеличением мощности или изменения какие-то без должного одобрения, без должной экспертизы со стороны газовых служб. И это вызывает нашу обеспокоенность. Мы с этим боремся. В случаях, где мы выявляем данные ситуации, мы проводим отключение и требуем граждан узаконить, как минимум, и привести в соответствие
нормам газопотребления в соответствии с гидравлическими расчетами привести на состояние газовых котелен, которые находятся в частных домовладениях. Это первое, что мы делаем. И только после этого пускаем газ. Потому что, конечно, если вначале человек строит дом 100 метров, потом решает его реконструировать в 500 метров, увеличивает мощность котла, не спрашивая нас, а дальше по нитке проседает давление в других домах, конечно, это непозволительно и требует наведения порядка. Что касается врезок самостоятельных, без нашего участия. Ну, это, по сути, криминальные действия, с которыми мы боремся с привлечением правоохранительных органов. Это воровство газа. Поэтому здесь мы самым жестким образом реагируем и через уголовные дела, через суд добиваемся восстановления наших прав. А какая-то статистика есть, нет? Статистика есть, она в разных районах, она, конечно, разная, потому что данная работа, она требует очень кропотливого исследования, потому что в основном врезки осуществляются, газопроводы лежат под землей, поэтому требуют работы служб безопасности, правоохранительных органов. Вот, в координации с ними мы проводим данное отключение. Я вам так скажу, что Одинцовский район, он далеко не в лидерах по данному показателю. И это хорошо как раз. Вот, не знаю, хорошо это или плохо. Не в лидерах по... Совершенно верно. Потому что большой объем строительства был сделан, большой объем реконструкции делается в частном секторе, и очень много таких, так сказать, частных, скажем так, мягко, частных решений в данном вопросе. Ну, еще один вопрос, он примыкает к предыдущим. Как узаконить самостоятельно установленное газовое оборудование? Вот, например, выработал срок, там, например, АГВ, и человек хочет ее заменить, он ее поменял, но ведь, в принципе, этот шаг, он требует все равно документации определенной, фиксации на уровне совершенно газовых верно. Служб. Необходимо обратиться в Мособлгаз, и Мособлгаз предоставит данную услугу. Эта услуга делается через процедуру техприсоединения. Она предельно прозрачна. Четко регламентировано по времени, по срокам, по стоимости. Поэтому надо обращаться в Мособлгаз, и Мособлгаз данную работу сделает. Дмитрий Аркадьевич, хотелось бы затронуть теперь другую очень важную сторону вашей работы. Это работа в качестве депутата Московской областной думы. Ровно год назад, практически ровно год назад состоялись выборы. Вы были избраны в областной парламент. И теперь хотелось бы вам, чтобы вы в нескольких словах, если это такое возможно, подвели бы итоги первого года работы в статусе депутата Московской областной думы. Ну, я думаю, что итоги мы подводить будем, наверное, по результатам всего срока. Но предварительно, что хотелось бы сказать, что был предпринят весь необходимый комплекс мер для обеспечения деятельности, для общения с избирателями и с нашими гражданами. То есть у нас действует постоянная приемная. Проводится постоянный прием граждан и встречи с избирателями на разные темы. Начинаю. Очень много, конечно, меня спрашивают по газу. И спрашивают те же темы, что и вы обозначали в своих вопросах. Но также, конечно, социальная сфера, транспортная сфера. Людей беспокоит, заботит, так сказать, как и всех граждан нашей страны, в общем-то, более-менее одинаковый спектр проблем. Дмитрий Аркадьевич, ну, вас, наверное, можно назвать народным депутатом, потому что есть депутаты кабинетные, которые неохотно идут в народ, да? Мы много раз наблюдали, что вы не боитесь общаться с народом, идете, встречаетесь с людьми. Если говорить об исполнении наказов избирателей, понятно, что их было получено огромное количество, вот оцените процент их исполнения. Довольны ли вы тем числом, которые исполнены наказы? Знаете, мы получили в период избирательной кампании и впоследствии, вот на протяжении истекшего периода времени, мы получили более 300 запросов, наказов избирателей. На какую-то часть мы отреагировали, потратили существенные средства на решение конкретных адресных проблем. То есть это адресная помощь, это помощь каждому конкретному человеку по каждой конкретной проблеме.
по наказам, которые не относятся к частным вопросам, было также инвестировано существенное количество денежных средств в реконструкцию школ, детских садов. Скажем так, это была помощь данным образовательным учреждениям на приобретение и на установку, может быть, там, на какую-то реконструкцию, на текущий ремонт, для подготовки к новому учебному году. То есть это были детские сады и школы, там начиная от детских площадок. То есть, вот недавно мы вместе с вами открывали здесь недалеко детскую площадку, которая предназначена для повышения безопасности детей на улицах. Да, замечательно. Правила ДПС-площадка. Да, помогаем школам в части оборудования спортинвентариум и так далее. Поэтому данная работа ведется. Работа депутата строится так, что мы получаем от избирателей запросы, наказы, формируем свой бюджет на следующий год, исходя из тех средств, которые у нас предусмотрены, и распределяем. Вот сейчас как раз вот данная работа идет, и мы готовим наши предложения на следующий год. Ну вот в летний период, когда Дума ушла на каникулы, областная, вы практически весь район проехали, побывали во многих и школах, и детских садах. И насколько вообще вы довольны, да, проконтролировали использование тех средств, которые при вашем содействии были выделены, насколько вообще вы довольны использованием? Понятно, что площадка ДПС, я понимаю, произвела на вас хорошее впечатление. Посещение других, что-то резануло в глаз? Резануло. Знаете, от случая к случаю результаты разные. Где-то результаты высокие, радуют глаз, где-то мы наткнулись, так сказать, на печальное зрелище, и пришлось сделать оргвыводы, так сказать, и, соответственно, принимать более жесткие решения на то, чтобы исправить данную ситуацию. Если говорить о ближайших планах ваших как депутата, на чем вы планируете сконцентрироваться? Второй год уже, так сказать, это уже как второй курс, наверное, будет. Вы знаете, хотелось бы продолжить ту деятельность, потому что мы видим, что спрос со стороны наших граждан на поддержку, на вот ту деятельность, которая осуществляется депутатским корпусом, она есть, и она осуществляется, в общем-то, в верном направлении, поэтому дел предстоит немало. То есть это, как я уже сказала, это соцсфера, это образовательный сектор, ЖКХ, безусловно. Ну вот, будем на этом концентрироваться. Дмитрий Аркадьевич, ну и если есть желание в заключении нашей передачи, несколько слов, может быть, поздравления вашим коллегам, поскольку день газовщика вот только прошел, еще у всех на слуху. Ну, для газовиков самое главное – это безопасная работа. Самое главное, чтобы, как у нас говорят, чтобы 04, а сейчас 112, звонило как можно реже. И чтобы работа была безопасной и спокойной. Поэтому я всех газовиков поздравляю с прошедшим праздником и всего желаю самого хорошего и доброго. Спасибо огромное, Дмитрий Аркадьевич. Ну, я надеюсь, что через какое-то время мы вновь встретимся в этой студии, подведем, возможно, итоги года, итоги первой сессии второго года уже Московской областной думы работы. Так что надеемся на то, что вы в этой студии еще в этом году побываете. Спасибо. Спасибо огромное. Я напоминаю, что гостем нашей сегодняшней передачи «Об этом стоит узнать» был генеральный директор государственного унитарного предприятия Московской области «Мособлгаз», депутат Московской областной думы Дмитрий Аркадьевич Голубков. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.